Дракон вернулся, и он в ярости! Это так приятно! Наносит удар и отходит. Умно. Мы вторглись в его владение. Как интересно. Что это? Знать не знаю. Потому и интересно. Но кристаллы высоко ценят. Может, пригодятся нам? Ох!
Полезное. Дорога лжи. Автор Бергер? Что ж, похоже, его он и поджидал. Чуете? Откуда это? Снизу. Я не понимаю. Ваны жили здесь? Это же просто кратер. Когда они тут жили, не было никакого кратера. Что-то здесь произошло. Что? Взрыв? Это же какой он был силы? Thank you.
Во имя богов, что это? Колебания. Дрожит земля или что-то еще? Не слыхал о таком в Ванахейме. Должна быть причина. Thank you.
ли? Сейдер тут взялись. Некоторые ваны прибегли к темной магии для защиты от асов. Это не прошло без эффекта. Что написано, брат? Толчки. Они идут из-за тех ворот. Надо идти в обход.
Здоровяк, начальнику нужна помощь отвести оленя к мировому древу. Но это начальнику нужна помощь, не мне. У меня все отлично. Полный живот оленьего корма. В общем, будет время поговорить с ним в мире между мирами. Нет, это другой. Он разозлился. Пока он тут, нам никуда не пройти. Осторожно! Нужно разбить колонну! А если копьем? Эту надо тоже обрушить. А если копьем? Перебраться.
Они стали ближе. Мы совсем рядом. Вы же меня видите? Говори. В день, когда эта долина погибла, моя душа разорвалась на две части. Часть меня все еще там, где мои останки. Может, если собрать воедино эти часы, моя память прояснится, и я обрету покой. 5 часов на север, потом 2 на восток. Мне сказали, я найду ту долину, новый дом, взамен разрушенного Асана. Так что случилось? Я не могу вспомнить. Я так хотел начать новую жизнь. Ты помнишь что-нибудь, что поможет найти вторую половину песочных часов? Там было 3 водопада. Я помню, что хотел поселиться рядом с ними. Призрак может рассказать нам, что случилось в долине, брат. Если молнию заморозил Левиафан, выходит, мама побывала здесь? Это ничего не значит. Может, это была не Фэй. Да, но эта замерзшая молния не дает мне покоя. Если мы хотим узнать, что произошло, надо выяснить, что помнит этот дух. Тогда пошли. Должен быть способ перебраться. Мы везде посмотрели. Go!
Можешь не колотить мной о стены? Я недостаточно с тобой аккуратен. Ну что ты? Ты сама нежность. Если что-то сумело разрушить этот тоннель, оно очень крупное. У любого создания есть свое слабое место. Ха, неожиданное затишье. Всегда будь готов к неожиданностям, да? Надеюсь, теперь эта тряска прекратится. Может, когда мы закончим все дела в долине, тут наконец-то можно будет поселиться? Глянем, может, в кратере водятся и другие драконы, раз уж мы занялись исцелением Земли. Thank you.
О, как интересно. Что это? Знать не знаю. Потому и интересно. Но кристаллы высоко ценятся. Может, пригодятся нам? Еще одна поэма. Чудесно. Yeah.
Взгляни, брат. Не хочешь искупаться? Еще один таинственный кристалл. Что это? Неужто Крут понял, что мы разрушили кристалл? Видимо, так. В отличие от остальных миров, земли Ванахейма более живые. Может, он даже рад, что ты уничтожил кристалл? По-моему, ему нужно от нас что-то еще. Может, бросить в него кристалл? Ого, сработало! Смотри, он предложил нам дар! Ого! Снаряжение что надо. И осколки кристаллов. Если вернуть их в пруд, мы точно получим награду. Какая удача! Здорово, что мы и так уже их собрали, да? Это последняя из пропавших схем. Думаю, скоро у тебя появятся новые рукояти.
Весна. Время возрождения, обновления. Ай, как я скучал по аромату этих цветов. Прости меня, мальчик, возвращайся уже. Могу сделать кое-что новенькое. Вам это явно не помешает. Я знал, что мы что-то потеряли. У меня уже руки чешутся. Надеюсь, у тебя боевой настрой. Сейчас что-нибудь сварганим. Такой броне даже занозу не посадишь. Ну вот, так тебе ничего не оторвут.
Главное, постарайся не сдохнуть. Неплохо. Наш разум един. Мы связаны мукой. Тоскуем по дому, снося боль и разлуки. Сбегали мы, бились, кричали во тьму. Но одни не уйти никогда. Мимир. Как нам найти эту хранительницу? Я бы рад был подсказать, но не знаю, где она может быть. И жива ли она вообще? Мы ее найдем. Эй, я куплю эти поэмы квасира. На меня иногда находит, люблю над ними, знаете, покумекать. Хотел тебе сказать, я прочитал в библиотеке Одина о том, что делает Гьяллархорн. Если в него дунет бог, звук разнесется по всем мирам и сонастроит пространство между ними. Если подуть в него, например, в храме Тюра, это все равно, что разом открыть все путевые башни. Рок – брешь в его защите. Интересно, почему он его не уничтожил? Иные артефакты неразрушимы. Что ж, надо рассказать об этом Фрейе.